Итак, друзья, я сейчас в данный момент нахожусь на концерте Red Hot Chili Peppers. Касабин уже отыграл, и вот Red Hot Chili Peppers буквально выйдут через какие-то считанные минуты. Что я хочу сказать? Начиная с сегодняшнего дня, я перестаю платить вообще за какие-либо концерты, потому что система охраны всех этих мероприятий вообще не идеальна. Я проверил это сегодня буквально, так как сам вот единолично прошел на этот концерт, заплатив 0 гривен, 0 копеек. В отличие от всех этих вот людей, которые за мной. Нет смысла платить больше, да, если все равно кто-то пройдет бесплатно, мне так кажется. Что могу сказать еще? Ну, я рад, потому что я нахожусь конкретно сейчас во второй пока фан-зоне. Но это не предел, что в планах у меня перейти в первую фан-зону. Вот такие вот пирожочки, друзья. На самом деле, единственный минус, это мне приходится скрывать свои руки от охраны, потому что охраны здесь дохуя, а на моих руках, как вы видите, нет никаких браслетов. Ни желтого, салатового, ни синего-голубого, лоховского, который для второй фан-зоны. Вот, но без браслетов все равно можно тут тусоваться. Здравствуй, Сатаров. Привет. Сатаров красавчик, у него салатовый браслет, он молодец. А у меня нет никакого. Но зато я сэкономил нормально денег. И сейчас послушаю прекрасную группу Red Hot Chili Peppers. Ту же группу, за которую будут слышать все эти люди, которые заплатили по 600, 400, 300, 500, 800, 1500 гривен. Это, конечно же, нонсенс. Я ебал эту всю хуйню платить 100 баксов за то, чтобы послушать Red Hot Chili Peppers. Они того, они, конечно, охуенные, но недостойны, блядь, 100 долларов с меня. А тут, блядь, таких, как я, здесь хуево туча здесь таких людей, поэтому, блядь, это очень дорого. Тем более с такой организацией. Поставьте везде охрану, чтобы Травкин не имел возможности, блядь, перелезть через забор. И все будет заебись. Нет, блядь, забор открыли. Там, блядь, сектора запустили за полтинничек продажный, блядь, продажный этот, как он называется? Приветствую. Продажный стюарт за полтинник, я, конечно, ему не отдал, потому что у меня было 500 рублей для бумажки. Приветствую. Может, это будет на ютубчике, я рассказываю про то, как попасть бесплатно на концерт Red Hot Chili Peppers. Вот так. Там сцена, все заебись. Все, друзья, до новых встреч, потому что Red Hot Chili Peppers уже...